Ну так поехали через город, два прохода и в город улетаем. Нафиг надо, мы там запалимся. Да чё бы запалимся, никто не ездит на них. Поехали. Эй, встай. Короче, если по мне будут стрелять, ты туда не вещай. Чё, он не прыгает так на... Я никого не вижу. Сейчас может тут снайперить тусить, да? Можем, да. Ничего так. Насколько громко, интересно, она. Только что чувака видел, снизу пробежал. Но я был так высоко, что мне кажется, даже не... Это слышишь что-нибудь? Не-а. Вообще, ну, вот значит... прыжок твой услышал, а как ты ехал, вообще не слышно. Ништяк, ниндзя. Ёпт. Я застрял. Лафух. Вот это интересная геймплейная часть. Геймплейная. Ой. Прям в чувака летит, блядь, вообще полный пиздец. Он нас не видит, все нормально. Внизу еще был его друг. Блядь, почему тебя не поднимают? Поднимал. Пиздец, сейчас друг того как придет, он нам пиздос. Не успею подняться. Херозно. А вот он сейчас поднимается где-то. Наверное. Отхиливайся по возможности. Бегает внизу, что ли? Нет. По кафелю где-то гоняет. По верхотуре. Один под нами. Дверь только что открыл. Вот, блядь! Сзади, что ли? Да! И наверху. Только я наверху чувака заметил. На вниз, этом... вниз, 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 вниз. Вниз, давай. Блять, тут двое! А тут такая толпень! Напиши, чувак, со спины к нам кто-то зашел. Он нас даже не заметил, когда мы прыгали. Да, да, не заметил.